Дали слово как наставник. Наставник – это тот человек, который будет направлять вас, ребята, в нужный путь. Нам нужно с вами действовать, ведь мы с вами первые. Мы не будем ни вторыми, ни третьими. Белокуриха всегда будет первая, и мы с вами даем обещание. Даем обещание, Белокуриха первая! Но и мы от себя, как наставники, хотим вам дать обещание. Мы принимаем каждого ребенка таким, какой он есть. Мы обязуемся ответственно выполнять свою работу наставника, быть активными участниками движения. Мы решили быть верным долгу и выбранному пути, и действовать в команде, развиваться и не останавливаться на достигнутом. Дарить детям счастливое детство. Мы действуем смело, открыто и ответственно. Мы придерживаемся баланса традиций, инноваций, принципов государственной политики и области воспитания. Мы стремимся к совершенствованию связи поколений, единству мыслей, действий ребенка и взрослого, сохранению исторической памяти своей страны и работаем для повышения ее престижа. Мы стремимся наполнить жизнь движения содержательным многообразием смыслов, дать возможность и раскрыть потенциал каждого. Мы транслируем приоритет детской инициативы, национально-духовно-нравственной ценности, любовь и поддержку. В оценке работы мы опираемся на достижения детей, молодежи и общества. В решении проблемы мы опираемся на опыт поколений, исследования, личную ответственность каждого участника. Мы предлагаем то или иное решение, потому что нам не безразлично ваше будущее. Мы соотносим наши ценности и смыслы с потребностями ребенка, приоритетами государства. А наши приоритеты – это между нами, я и мы. Спасибо.